Так, сейчас у нас будет на прямой связи с нами журналистка громадского телебачення Донеччина Кристина Терещенко, которая работает на месте событий в городе Краматорске. Сейчас она расскажет, что там происходило. Пытаемся с ней установить скайп-связь. А только что посол США в Украине Джеффри Пайет осудил обстрелы в жилых кварталах в Краматорске. Он написал в Твиттере: «Мы осуждаем обстрел гражданских районов сепаратистами, которых поддерживает Россия», — сказал он. Кристина, меня слышно? Да, да, слышно. Я не слышу. Слышно? Да, слышно, но пока тебя не вижу. Да, вижу. Скажи, пожалуйста. Просто, сейчас, секундочку, тут просто очень много камер было, поэтому... Да, какие районы пострадали от обстрела вооруженными сепаратистами в городе Краматорске? Где эти районы находятся? Как рассказали нам, это центральный район, называется он соцгород. Сюда упали основные вот эти вот кассетные снаряды возле ДК. Дворца культуры упал один из снарядов, но он не разорвался, судя по всему. Сейчас он вот находится в оцеплении, его пытаются Что значит в оцеплении? То есть туда нельзя пройти сейчас? Да, там стоит милиция, МЧС, ограждено красной ленточкой. И, в общем, людей просят пройти в обход, так как не знают, может быть, он еще и сработает. А кто охраняет? Милиции? Сколько милиции достаточного количества находится сейчас там? Да, достаточно. ГАИ перекрыла дорогу, проезд там тоже запрещен вот, по центру. И где-то, не знаю, человек 20 милиционеров. А что касается председателя Донецкой областной государственной администрации Кихтенко, он как-то реагирует на происходящее? То есть мы видели только что его пресс-конференцию, он выходил к людям, общался с ними, пытался как-то вмешиваться в ситуацию? К людям, насколько знаю, еще не выходил. После его приезда с аэродрома он зашел сразу сюда, в горсовет. Мы у него взяли интервью, уже все видели. И он не выходил никуда из здания этого. Люди, настроение у людей, если вы хотите об этом спросить, то начинается, я так как увидела, паника. Потому что в магазинах уже разговоры, везде на улицах, по телефону все разговаривают об этом. И очень боятся, что придется переживать это снова. А что касается оповещения местного населения, то есть какое-то объявление на улицах, куда нужно идти в случае повторения обстрелов, указано ли, где находится бомбоубежище и как туда пройти, организована ли какая-то помощь волонтеров, что-то видно вообще на улице? Не указано, нигде нет ни табличек, никуда нужно идти, ничего. Люди, более того, вот мы общались с людьми возле разрушенных домов, вот эти, не домов, а стекла, где выбили в домах. Вот жители домов говорят, что они собственными силами восстанавливали бомбоубежище в своих домах, обращались с ЖЭКи, никто им не помогал, все собственными силами, и куда идти, люди не знают. Мы опрашивали людей в магазинах, нас спрашивали, а что там происходит на улице, что случилось, потому что никто ничего не знает. То есть никаких сигналов на улице, сирены, ничего такого не было, да, слышно? Нет, ничего не было. Люди слышали только взрывы. Что касается информирования, понятно. Что касается больниц, Кихтенко сказал, что больницы справляются со своими обязанностями. А вот на улице чувствуется какая-то как паника, что ли? Может быть, кто-то уезжает уже прямо сейчас куда-то? Сколько людей мы опрашивали, люди говорят, что нет, уезжать они, скорее всего, не будут, потому что еще не видят они такой необходимости пока. Я так думаю, что вещи уже собирают. Вот знаешь, как бывает, идешь на улице и слышишь вот разговоры эти все, и люди уже собирать вещи начинают, пока не поздно. И относительно... Повтори, пожалуйста, первый вопрос, что я задал еще. Да, ну понятно все, хорошо. А что касается заявлений батальона Азов, он как-то прокомментировал это или нет? Да, прокомментировал. Он сказал, что это, скорее всего, просто что-то постановочное, что это невозможно, потому что у батальона Азов нет техники такой, которая могла бы сбивать самолеты. Хорошо. Кристина, мы будем ждать еще твои видео сейчас из Краматорска. И будем, если у нас будет продолжаться эфир, будем еще включаться. И на этом все. С нами была Кристина Терещенко, журналистка громадского телебачення Донеччины, которая сейчас находится в городе Краматорск. А дальше у нас есть еще прямая речь председателя Донецкой областной государственной администрации Александра Кихтенко. Пока что будем дозваниваться Владиславу Селезневу.